Так, сейчас попробую записать небольшой гайдик по моду для игры Arma 2. Мод называется DayZ. DayZ. Так, для начала выбираем сервак, который нам подходит. Соотношение пинга, количество человек. Вот неплохой. Рут 2. Зайдем вот на этот. Много народ нам не надо. Да. Вдруг меня убьют, а я не успею вам все рассказать. Сейчас пройдет загрузка. Итак, вот мы появились. Для начала надо определить, где вы находитесь. Для этого пишут справа внизу каменка. День нулевой. Мы находимся в каменке. Каждый раз, когда вы умираете или начинаете, ну, впервые играете в игру, вы появляетесь на побережье, близ одного из поселков или городов, или на каком-нибудь мысе. А пока у вас нет карты, лучше пользоваться скачанной картой, которую просто введите где-нибудь в гугле «карта Черноруссии» для игры Arma 2 или для DayZ. Вот. И зачем вы изучите, собственно, территорию? Сейчас я знаю, что справа от меня будет находиться Комарова и так далее. Слева у меня, если бежать по дороге, будет конец карты. Итак, побежим в населенный пункт. Если вы играете с другом, то лучше встретиться, конечно, с ним, определить, где вы находитесь, и договоришь встретиться в одном из городов. Потому что играть с другом это намного веселее, особенно играть в большой компании. Выйдем на железку. Так, в игре можешь включить вид от третьего лица клавиши Enter, которая находится у вас справа на боковой клавиатуре, и можно переключиться обратно. Так, справа сверху видите менюшку, в которой написана статистика. Зомби киллит — это то количество зомби, которые убили. Хедшот — это выстрел в горло, в голову. Мердерс — это убийство, если убиваете какого-то игрока. Там пишут количество. Бандит киллит — написано, сколько вы убили бандитов. Дальше плут — количество вашей крови. Если вас покусают или вы упадете с возвышенности, она будет убавляться. Для восполнения нужны пакетики крови, которые можно найти где-нибудь для быстрого восполнения. Также она пополняется от принятой пищи, выпитой еды. Дальше пункт идет зомби. Это количество зомби на сервере, которое постоянно увеличивается, иногда уменьшается. Insave true — это даже не могу вам сказать, что это значит. Наверное, сохраняется ваша статистика. Дальше идет гуманность. При убийстве бандитов она возрастает, при убийстве игроков она уменьшается. Free target тоже я не особо знаю, что это значит. Скорее всего, это будет значить, если вы поставили палатку, будет пока стоит она еще или нет, и будете ли вы там появляться или нет. Прямо за этой менюшкой находится рисунок уха и глаза. Если, в общем, количество вот этих полос показывает, тоже заметили вас или услышали. Когда вы двигаетесь бегом, она увеличивается. Присаживаться на X, видите, не слышно. Далее у нас внизу нарисован зелененькими иконочками лицо человека. При то же самое, при убийстве, допустим, бандита, оно становится злым. При этом у вас при убийстве игрока оно становится злым. Сам ваш скин меняется на другой. Вы больше не будете чувачком в кепочке, вы будете таким
как бы сказать, забинтованным скрытным игроком. Дальше пункт был недавно добавлен в новом обновлении. Кто-то говорит, что это количество, не знаю, страха, то есть количество или инфекции. В общем, пока это неизвестно, что это означает. Дальше нарисованная фляжка — это ваша жажда. Чем сильнее вы хотите пить, тем она краснее. Дальше у вас нарисована капля. Это кровотечение. Если вас повредили, мы сыграли зомби. Зомби убирает с трех выстрел, как я помню, считал. Или, видно, я ошибся. Итак, видите, появился этот крестик. Для этого вы потом крутите колесико, у вас появляется вывеска. Перевязать себя. Убираете. И он перевязывает себя. А самая нижняя иконка — это показатель голода. Чтобы не умереть, вам нужно питаться. И так, обыщем гражданского. Устой. Так, сейчас я вам расскажу об инвентаре. Инвентарь включается на буковку G. Да? Итак, сейчас у нас есть две банки фасоли, бинты, одно болеутоляющее, 6 магазинов от ПМа, 2 морфия, сигнальный фаер, фляжка с водой, пистолет Макарова и рюкзак. Рюкзак открывается вот так, выделяешь рюкзак и открыть рюкзак. Рюкзак у нас пустой. Вещи в рюкзаке будут писаться здесь, количество. Ну, допустим, чтобы переложить что-то в рюкзак, вот открытый рюкзак у нас, переложим туда, ну, морфий. Выделяем его и жмем влево, чтобы он переместился. Все, он перешел в рюкзак. Закрыть рюкзак. Все, пропал, ну, лежит в рюкзаке. Также рюкзак можно сбросить и поднять новый, если вы его, конечно, найдете. Рюкзаки бывают разных размеров, количество слотов там. Ну, когда вы увидите его, поймете. Итак, что еще сказать? Сейчас мы добежим. Опа. Похоже, еще одного согрели. Попрыгунчика. Эх ты. Настырный какой. Так, я убил двух зомби. Одного из них хедшотом. Даже можно сказать, не хедшотом, я его добил хедшотом. В игре нету миссий как таковых, поэтому выбирайте их сами. Вы можете там путешествовать, или стать убийцей, или стать истребителем зомби. Можете попытаться собрать машину. Я еще ни разу не видел собранных машин. Но видел запчасти. Для машин нам нужны колеса, 4 штуки. Потом мне встречались зеркала, то есть стекла на машину, запчасти, двигатель. И чтобы все это вместе собрать, нужен набор инструментов. Одному это почти не под силу сделать. Вот. Нашли даже бензобак даже. Кроме машины, можно также собрать вертолет. Потому что я видел запчасти от вертолета. Так, что у нас тут? Пустые баночки. Бутылка. Бутылку можно поднять и бросить, чтобы отвлечь внимание зомби. Никогда я не пользовался. Нехорошая иконочка сейчас была. Ну, очень печально, что не во все дома мы можем заходить. Игра на это не была рассчитана. Допустим, в те дома мы не можем зайти. Так, сейчас мы просто побродим рядом. Может быть, найдем снаряжение.
Еще одна особенность игры — это то, что города не являются безопасным местом. Ух ты. Че это мы нашли в туалете? Я вижу файлы и бинты. Как взять? Лечь, что ли? Не удается мне взять. Ну, закроем дверь. Города не являются здесь безопасным местом. Города являются просто скоплением зомби, бандитов. А вот и автомобильное стекло, колесо. О. Также в городе бандиты очень любят устраивать ловушки. Стоит им бросить какой-нибудь факел, фаер, там, оставить труп с вещами. Как минимум, почти сразу же слетаются игроки, как только увидят. Я попадал в такую ловушку, когда увидел горящую бочку. Ну, было все-таки интересно подбежать к ней. И, подбежав, словил пару пуль с винтовки. Ай-яй. Пиндык подкрался незаметно. Еще вот этот тут геймплей тактического симулятора. Если, допустим, вы после Left 4 Dead сели в эту игру играть, вы не сможете, скажем, допустим, толпы зомби уносить с пистолета. Не потому что они бегают, а потому что это неудобно до невозможности. Он еще ползет. Зомби здесь умирают очень странно, особенно если стрелять с винчестера по ним. Они убиваются с одного выстрела, с того же винчестера, но падают не сразу. Что очень раздражает. Также игрок не прыгает здесь. Чтобы преодолеть забор, вам нужно нажать на буковку В. Он его перешагнет. Немножко криво выглядит, но... Ничего. А вот, кажись, и набор запчастей для вертолета. Ай, да что же мне кусаете. Также от зомби вы не сможете спрятаться, скажем, в доме, закрыться там, забаррикадироваться. Хотя бы потому, что зомби тоже открывает двери. Я сейчас, может, продемонстрирую, если удастся. Нет, не буду демонстрировать. Также зомби плавают, и кто-то говорит, что они лазят по лестнице. Но я этого не видел. Эх ты. Опа, сейчас меня, очевидно, съедят. Сломая кости. Появилась иконка. И я потерял сознание. Обратите внимание на показатели крови. Кровь у меня кончается. Сейчас я упал в обморок. Песочные часы сейчас заполнятся. Это означает мне верную смерть. Я не смогу убежать от зомби, я не смогу перестрелять их сейчас. В принципе, можно смело, наверное, выходить из игры. Я умер. Выйти в окно в персонаж, потому что... Ладно, выходим. Выход. Да. Выход. И жди, жмем ОК. Нет запуска данных. Закачка данных. Также на серверах время соответствует реальному. То есть, если вы заходите днем, в игре будет день. Допустим, на русских серверах. А если сейчас зайти, ну, на какой-нибудь американский сервер, у них сейчас вроде ночь. Сейчас час дня, у них, наверное, будет уже вечер. Игра ночью сильно отличается. Хотя бы тем, что не видно вообще ничего. Опять включился глюк, который у меня герой сам бегает. Так, я в Комарово. Да что ж, никак не отпустит-то. Иногда бывает при старте. Обычно это проходит. О, прошло.
Также вам дается... Так, а сколько мне дается, кстати? Где мне? Сигнальный фаер. Один сигнальный фаер. На всю ночь. Это, я бы не сказал, не очень так безопасно бегать с фаером по городу или по полям, привлекая внимание. Так, здесь неплохо реализованы условия выживания. Допустим, если вы там подранены, без патронов, голодный, бежите, находите игрока, вы не рассчитываете на то, что он вам поможет. Если у него будет скин бандита, скорее всего, он еще до того, как вы прибежите до него, он вас застрелит и заберет ваши вещи. Редко встречаются игроки, которые готовы вам помочь. Мы пару раз встречали чувака, который помог нам. В принципе, неплохо помог. Это кто? Покиваем ему головой. Выживший Алекс СД покивал. В другое время я бы не стал к нему даже спиной поворачиваться. Но сейчас я, в принципе, пытаюсь просто записать гайд, а не начать играть во всю силу. Также встречаются сервера, который с надписью «Хардкор». Хардкор заключается тем, что у вас нет прицела на... Просто нет прицела. И отсутствует вид от третьего лица. Переключение на вид от третьего лица. Если здесь можно, там нельзя. Играть от первого лица не очень удобно. Особенно, когда вы много побегаете, у вас... Начинается трястись экран, симулируется дыхание игрока и все такое прочее. Ну, не знаю, давайте попытаемся убить его для наглядной демонстрации. Так, я убил его. Я урод, да. Извини, чувак. И заберем вещи. До этого я за все время игры я убил одного игрока всего лишь. Я не люблю бандитов, но ради гайда запишу. Возьмем его винчестер, бинты, магазин ПМ. Так, это мы переложим в рюкзак. Магазины и магазины ПР. Так, еще раз. Нет, я просто... Алекс СД. Скорее всего, он, наверное, был иностранцем, потому что если вы застрелите русского, таких слов о себе узнаете просто в чате. Итак, скин не изменился. Не знаю почему, может быть, другие настройки сервера. Потому что в прошлый раз, когда я убил игрока, у меня поменялся скин, а гуманность упала на минус 200. Гуманность сама восполняется на, ну, не знаю, может там в минут по одному, не знаю. Еще побегаем. Кстати, винчестер является, наверное, самым тихим оружием в игре. Это просто находка. Можно, не сагрив, перебить полгорода зомби. Также он неплохо прицеливается. Еще в игре нету списка игроков, находящихся на сервере. Ну, в данный момент нельзя это посмотреть. Так, скажем, стандартной клавишей Tab, как в остальных играх. Не заходит в дома. Это очень просто, не знаю, нехватка просто вот игре. Когда не в каждое здание может зайти и обыскать. Просто это... Не знаю, может быть, в будущем они... Разработчики могут сделать свою карту. Пока это самая большая карта из Армы 2. Чернорусия. Так. Побежим через город. Кстати, зомби. По-моему, в предыдущей версии один
1.5.6 была версия, они от меня отставали. Очень долго я бежал между городами, но все-таки они отставали. Сколько-то человек отстал от меня. В новой версии, сколько бы я ни бегал, они не отстанут от вас. Пока вы их не перестреляете или не запутаете в каких-нибудь заборах, закоулках. Я несколько раз попытался пробегать через сквозной дом, закрывая за собой двери. Это не особенно помогло. Тут немного кривое управление насчет этого. Перевязать себя. Нету времени перевязать себя. Вот и в этот дом, может быть, нельзя забежать. А было бы так хорошо забежать, закрыть дверь, там, задвинуть шкафом. Кстати, вот эта колоночка. Здесь можно будет набирать фляжки. Если вы идете куда-нибудь вглубь карты, как минимум вам понадобится две фляги, наполненные водой, и две банки бобов. Кстати, лицо изменилось. Смотрите, на иконку справа. Он стал злым. Так. Побежим. Попытаемся отстреляться. А, кстати, если я не искал в игре, также еще есть катер, на котором можно поплавать до берега. Ну-ка. Ну же. Патронов это и нет. Пытаемся перевязаться, наверное, успеем. Может быть и нет. Давай, чувак, давай. Успели. Осталось отстреляться от них. Эх ты. Не зря же эта иконочка горела, что нужно перезарядиться. Глюковато сделаны зомби немного. Может быть, это из-за пинга. Может быть, из-за... На патрон мне явно не хватит. 1, 2, 3. Умер. 1, 2, 3. Ну. Отлично. Один патрон. А у трупов зомби обычно мало что есть. Но это есть банка газировки. Пепси. Переложим ее в кармашек. Ну, что есть у этих? А ничего, как я вижу. Гражданский. Притом зомби здесь, как в каких-то играх, не делятся на какие-то классы. Почти все зомби здесь одинаковые. Они просто бродят. Ну, есть еще те, которые прыгают. Я бы не стал их шибко различать. Так. Также от потери крови у вас цветовая гамма немножко меняется. Попытаемся восполнить кровь, съев бобов и выпив бутылочку, фляжку с водой. Выпить еще. Банка газировки. Съесть еду. Не знаю, на разных серверах разная настройка. У некоторых вода пополняется, у некоторых нет. На некоторых серверах, по-моему, на хардкоре кровь у вас изначально не 14, как мне помнится, а 8. Так, что еще у меня? В игре можете найти бинокль,
который позволяет вам рассматривать в глаза с большого расстояния. Также есть часы для показания. Ну, вы поняли, зачем они. Также в игре можно найти карту. Я находил всего один раз карту, которая очень помогает, отмечает ваше местоположение и находящихся рядом игроков. Также в игре есть спички, с помощью которых можно развести костер и поджарить все мясо. Кстати, в игре есть животные, различные коровы, там козы, кабаны, овцы, зайцы, ну и так далее. Сделаны они не очень хорошо, так что у них анимация просто-напросто отсутствует, так же как и скрипты. Потому что я стоял и всаживал корову между рогов, наверное, пуля за пулей. Она не пыталась двигаться и убегать, она просто умерла и упала на бок. А для разделки туши вам нужен ножик. Домик какой-то. К сожалению, с ножом нельзя драться, тыкаться. Мне чуть не хватает того приема из Battlefield 3, когда вы незаметно подкрадываетесь и убиваете с первого удара. Здесь тоже неплохо, потому что к некоторым игрокам реально можно подкрасться со спины и начать просто шарить у них в рюкзаке. Последняя пулька. Ну и кранты мне. Так. В итоге, чтобы, допустим, приготовить, знаю себе, жареного мяса, надо застрелить корову или любую другую живность, набрать мясо с помощью ножа и взять спички, развести костер и поджарить. Также в игре есть палатка, в которой можно скидывать вещи и ночевать. Помнится, можно открыть собственный лагерь небольшой. Как писали на каких-то форумах, хотят сделать генератор, с помощью которого можно будет осветить целый город. Я думаю, было бы это очень неплохо. Но и независимо от того, ночь на сервере или ночь, он постоянно полный. Почти все сервера под вечер забиваются, так что невозможно зайти на какой-нибудь. В кустиках. Так, на это, наверное, завершу гайд. Уже сказать больше нечего. Наверное, сниму вторую часть уже в кооперативе с кем-нибудь. Так, прощайте.